никакого мобилизационного ресурса, о котором на протяжении многих лет говорили кремлевцы, в 25 миллионов не существует. Этот мобилизационный ресурс существует только в мозгу Шойгу. Но ведь ты помнишь, да, что Шойгу увлекается и увлекался, и, кстати говоря, очень хорошо делает. Он занимается резьбой, художественной резьбой по дереву. И когда-то в тайге маленький гордый сын Кожугета вырезал себе из корней кедрового дерева мозг, и с тех пор в этом мозге происходят такие вот ферментативные процессы, характерные для старения древесины. И вот там образовалась мысль о том, что есть 25 миллионов мобилизационного ресурса. Хотя вот у всех остальных руководителей страны, у которых мозг вырезан из дерева благородных ценных пород, там типа ба-ба-ба, драконового дерева, таких мыслей уже нет. Все понимают, что вот те мероприятия, которые проводятся сейчас, окончательно исчерпали все потенциалы.